Наша землячка, фристайлистка Лана Прусакова, завоевала бронзу в Новой Зеландии. 26 августа новочебоксарская спортсменка стала третьей в чемпионате мира среди юниоров по фристайлу в новозеландской кардроне в дисциплине Big Air. Турнир по этой дисциплине, недавно включенный в программу Олимпиады 2022 в Пекине, в рамках первенства планеты проводился впервые. 29 августа Лану ждет следующий этап соревнований, где ей предстоит выступить в привычной для нее дисциплине слоупстайле.